Жители Твери и области получили уникальную возможность проверить свое здоровье, что называется, по полной программе. С 24 по 28 мая в перинатальном центре имени Бакунины будет проходить неделя здоровья, в рамках которой любой житель Твери и области сможет пройти обследование и сдать анализ крови на 15 показателей. Абсолютно бесплатно. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Человек поучаствовал в неделе здоровья Заволжского района, в общем-то, и ответственно относится к своему здоровью, потому что это профилактическая программа. Врач-педиатр Андрей Близнецов стал одним из первых, кто проходит обследование. Такой сертификат он получает после осмотра, который включает измерение параметров тела, рост, вес, также сила рук и другие. Ко всему прочему предусмотрена электрокардиограмма. Я считаю, что в любом возрасте важно оставаться здоровым, контролировать показатели своего внутреннего мира. Это необходимо, потому что это, в общем-то, один из базовых показателей. Результаты осмотра, а также результаты биохимического исследования крови пациент получит в течение 1-2 дней на электронную почту или же по телефону. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо записаться по телефону 369-002 с 8:30 до 11 в будни. Особенно, подчеркивает главный врач перинатального центра имени Бакунины, это необходимо сделать людям старшего возраста и пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Этот осмотр включает клинико-лабораторное обследование на ту или иную патологию. Хочется заметить, что сдается это в стенах нашего перинатального центра абсолютно бесплатно. Это клинический биохимический анализ крови, а биохимия у нас будет на все показатели, в том числе кардиолипин. И далее, чтобы выявиться в анализах, это будет профилактика хронических заболеваний и профилактика осложнений тех заболеваний, которые уже есть. На помощь работникам перинатального центра пришли волонтеры-медики, студенты медицинского колледжа и медицинского университета. Они будут встречать в холле медучреждения и проводят в нужный кабинет. Напомню, что анализ крови сдается натощак. Не стоит увлекаться спортивными тренировками накануне. Необходимо за несколько дней отказаться от алкоголя. Акция проходит с 24 по 28 мая с 8:30 до 11 утра. При необходимости ее продлят еще на несколько дней.